Анонс и точная дата выхода первой и второй серии второго сезона сериала «Родком». Премьера второго сезона сериала стартует с 8 ноября на телеканале СТС. В новых сериях мы увидим, как Света Суркова передает свои бразды правления в родительском комитете Сергею Шмелеву, бывшему однокласснику и возлюбленному. Она становится классным руководителем, а ее мать теперь является новым директором школы. Родительница считает, что Шмелев недостоин ее дочери. Поэтому между героями происходит конфликт на личной почве. Суркова любит Шмелева, и ей все равно на слова матери. Однако та пытается ее поближе познакомить с обеспеченным интеллигентом Владом. Сможет ли Света противостоять родительнице? Или все же прислушается к ее мнению? Это мы узнаем уже в новых сериях сериала. Напомним, первая и вторая серии сериала выйдут на телеканале СТС 8 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.